Меня зовут Абай Адлет. Меня зовут Ахлыбек Нурхат. Меня зовут Ботхар Насея. У нас есть еще одна участница, ее зовут Акторбек Толса. Мы все тут собрались обсуждать наш новый экологический проект, который называется «Перерабатывание бутылок». Мы будем собирать бутылки по всему городу и отправлять их на переработку частным компаниям, за счет которых мы будем создавать новый тренд среди молодежи по защите нашей экологии и перерабатыванию бутылок. Для воплощения нашего проекта в жизнь, я думаю, в первую очередь надо распределить наши обязанности. Кто какие обязанности будет у нас занимать? Ну, я, наверное, буду заниматься самим дизайном и конструктором. Я, наверное, буду программистом и создам программное обеспечение для этого аппарата, чтобы когда определенный человек приносил свою бутылку, он дал ему достойную штангу, которая оценит его по его размеру. То есть мне осталось добыть нужные материалы для создания нашего самого аппарата для переработки бутылок. То есть наша последняя участница Аптабек Балоса, она, скорее всего, будет договариваться с частными компаниями и другими школами для распространения нашего проекта как единое целое. Вот. Природа — частичка каждого из нас. Она дарит нам одежду, пищу, воду, что так жизненно необходимо. Поэтому нам также нужно задуматься о том, что мы делаем ради природы. Например, переход на зеленую энергию. Но все ли так просто? Поэтому мы решили еще больше упростить эту задачу. Экопроект. Получайте деньги за каждую бутылку. Вместе с нами в светлое зеленое будущее.